Да, это 350-кубовый мотоцикл типа М70 бельгийской фирмы FN, на котором в 1927 году совершен первый мотопробег через пустыню Сахару. Основное достоинство бельгийских мотоциклов – это оригинальность и самостоятельность их конструкции. Фирмам, строящим именно такие типы мотоциклов, принадлежат следующие заводы, выросшие большей частью из крупнейших оружейных предприятий – FN, Saralea, Gillette, продукция которых в среднем составляет 10-15 тысяч машин в год. Наряду с этими крупными фирмами существует большое количество мелких, являющихся лишь сборочными заводами, собирающими отдельные английские и французские части. Наиболее интересными из них являются Bowie, Brandoil, La Mondiale. Пресса тех времен пишет: «Человеческая воля и настойчивость одержала еще одну победу над огромными безводными пространствами знойной Сахары, в которой караваны верблюдов лишь недавно были испуганы необычным видом первых специальных автомобилей, сконструированных для перехода через великую пустыню. Недавно вслед за громоздкими автомобилями пустыню пересекли и легкие мотоциклы. Двое отважных французов, Гимми и Брунта, и бельгиец Вейрен, сражали героический пробег по Сахаре, 4600 километров, на мотоциклах. В пути они испытывали жестокие лишения, особенно от жары, доходившей в обеденные часы до 55 градусов Цельсия. В районе Танецруфта на протяжении 1100 километров отважные спортсмены не могли пополнить своих запасов за полное отсутствие воды в этих местах, так как мотоциклам нельзя было брать колясок, то весь запас воды, провианта, горючего и запасных частей был укреплен по обеим сторонам заднего колеса. Наибольший груз составлял бензин по 57 литров на машину. Все остальное было взято в самом ограниченном количестве.